кешірім сұраймын. Техникалық ақауларға байланысты. Біздің педагогтармен өндірістік жиналыстарда жоғарыдан келген хаттармен таныстырамыз және қатан түрде ескертіледі заңсыз ақша жинамау туралы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң бұзушылықтар орын алғанда хабарласатын арнайы органдардың сенім телефондары барлығысы бірінші қабатта стендта жазылып тұр. Сондықтан ата-аналар да коллективтің адамдары да ол телефондарға телефон шалуға мүмкіндіктері бар. Әр жарты жылдық сайын арнайы топ осындай міне аналитикалық справка дайындайды. Осы справканы ол топқа кіретін адамдар барлығысы біздің балабақша ішіндегі жұмыскерлер, бірақ әр тарапынан, мысалы, нянялар арасынан, тәрбиешілер арасынан және педагогтар арасынан сайланған адамдар. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые зрители данного прямого эфира. Сегодня я хотела от имени администрации Ясли-сад номер 761, как заведующая, мое имя Ахметова Марал Кулькеновна, познакомить вас с теми работами, которые проводятся в целях противодействия коррупции. Значит, в данном направлении у нас специально готовится план работы. Согласно данного плана работы, в квартал один раз проводится производственное совещание, на котором освещаются нормативные документы данного направления. По данному направлению у нас работает рабочая группа, которая выбрана из рядов работников детского сада. Данная рабочая группа разбирает все вопросы, которые касаются коррупционных действий, и затем в полгода один раз данная группа готовит вот такую аналитическую справку по специальному шаблону. На родительских собраниях по группам также родителей знакомим с теми правилами, при которых не предупреждаем родителей о том, что лишние сборы, ненужные сборы у нас в саду запрещены. А также на производственных совещаниях педагоги и члены коллектива все предупреждены о том, что существуют законодательные документы, согласно которым ни в коем случае нельзя безосновательно проводить какие-либо сборы. Какие будут ко мне вопросы? Есть ли вопросы? Пожалуйста, можете задавать. Пожалуйста, вы у себя в комментариях можете задавать вопросы. По мере возможности я постараюсь на них ответить. Құрметті көрермендер, сұрақтарыңызды жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жазыңыздар, егер де сұрақтарыңыз болса. Сұрақтарды көрмей тұрмын.
құрметті көрермендер, бір өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жазса да болады. Уважаемые зрители, вы бы могли дать обратную связь, написать какие-то комментарии, чтобы мы увидели, что вы нас слышите. Здравствуйте. Никаких звуков. Так, значит, вот Гульден пишет: «Здравствуйте, никаких сборов у нас в группе не было. Очень благодарна нашим апайкам, Алиапай и Усирапай. Ребенок счастлив». Ой, спасибо большое за отзыв. Хайрлы күн. Ну, сұрақтарыңыз жоқ екен. Көптен көп рахмет назарларыңызға, уақыт бөліп. Вот Еркегүл Жанар апайға үлкен рахмет. Қызым садикке барғалы жақсы сөйлеп бастады. Өте қуаныштымыз, көп рахмет. Біздің топта ешқандай ақша жинау жұмыстары болған емес. Айгерім, Жанерке апайларға рахмет. Сіздерге де рахмет. Сәлеметсіз бе? Мы тоже обожаем своих воспитателей. Айгерім апай, Жансая Баяндыевна. Ребенок занимается и умеет читать в 4 года. Очень рады. Спасибо большое за отзыв. Осылай прямой эфирге жиі шығып тұрсаңыз жақсы болады. Түсіндік, шығып тұрамыз, рахмет. Ұсынысқа. Арғарай, балабақшаны жекешенділік туралы ойыңызды білдірсеңіз, біз лично қарсымыз. Мен өз басым осы балабақшаға дейін әрине ешбір басқа қолға осы балабақшаны беруге қимаймын. Сондықтан мен де бір жағынан қарсымын ондай шараға, бірақ өмір көрсетер арғарай не болатын. Приятно было с вами познакомиться. Спасибо большое за выделенное время. Рахмет сіздерге, да? И вам большое спасибо, уважаемые зрители. Я думаю, на этом завершим наш прямой эфир. Свои отзывы вы можете и комментарии оставлять внизу под данным видео. На этом я прощаюсь. До свидания. Спасибо большое. С праздником всех, с наступающим Наурызом.